Зай, а со сколькими парнями ты спала? Только честно. Ну, спала я только с тобой. Остальные мне спать не давали. Ну, понятное дело, спать не давали. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Я бы, в принципе, глядя на эту чаечку, скажу вам откровенно, тоже спать бы ей не давал, и себе тоже. Но конкретно в данной ситуации, мне кажется, что здесь попахивает куколдизмом. Как можно, ну, конечно, при условии, если это все серьезно, ну, скорее всего, нет, но тем не менее, да, к предложению, со сколькими парнями ты спала, сделать приставку «Зай». Зай, сколько человек тебя пердолило? О, он прям такое удовольствие и наслаждение от этого всего получает, что ли, да? Это, походу, ему нравится, он от этого кайфует, да? Я, во-первых, не вижу смысла спрашивать такие вопросы, идиотские, на мой взгляд, да, потому что, ну, правду тебе никто не скажет, да, и вообще, даже если скажет правду, зачем этим интересоваться? Ну, были у него мужчины до тебя, зачем тебе знать нужно, как, ну, спроси, в какой позе, да, там, нравилось ли ей или нет, сколько раз за ночь, там, еще какие-то подобные вопросы. Делала она минуэт или нет, да, а зачем интересоваться этим? Ну ты знаешь, что она были у нее мужчины. Все, этого хватит, зачем тебе? Поэтому я здесь прослеживаю какой-то куколдизм, ребята. Как считаете вы? Конечно же, пишите.